Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сейчас будет у нас распаковка заказа за май от компании Siberian Wellness. У меня получается две коробки, одна огромная, и в ней продукции на 27, там с чем-то, почти на 28 тысяч. Все в подарок, абсолютно все в подарок, потому что я иду по программе «Быстрый старт», и в этом месяце мне прислали три сертификата. Один на 15 тысяч, второй на 10 и еще один около 3 тысяч. Представляете? И один маленький заказ. Это тот заказ, который я сделала сразу в первый день, как открылся каталог. И я заказала то, что я очень давно хотела. И начну именно с этого заказа. Хорошо? А потом уже будем смотреть большую коробку. Итак, та-дам! Я заказала аромат. Многие, кто смотрит меня давно, знают, что Донскова – это парфюма-маньяк. Я очень люблю ароматы. Я просто не могу удержаться, для меня это такой праздник, когда я знаю, что в коробочке едет аромат. Я прям дождаться не могу. У меня, кстати, еще один заказ скоро приедет, там будет два аромата еще. Два? Да, два аромата будет еще крутецких. И сейчас покажу вам, что я заказала. Так, это заказ, а это в подарок к аромату. Давайте сначала подарок покажу. Потому что подарок необыкновенный. Серия Enigma. В компании Siberian Wellness декоративной косметики немного, но она такая классная. Вот у меня, кстати, тени вот в таком же футляре тоже от Siberian Wellness, помада Siberian Wellness. Я еще тушь не пробовала, но вот теперь я начинаю пробовать хайлайтер. Я его тестировала в Москве, когда была в офисе в центральном. Хайлайтера два. Один такой беленький, вот прям как снежный-снежный, а второй с розовинкой. Вот как раз с розовинкой мне очень понравился, потому что он настолько вот нежный-нежный-нежный-нежный. Не знаю, вы увидите или нет его. У него такое легкое-легкое сияние, то есть будет вот просто холеный тон лица. Я когда его посмотрела, я поняла, что его можно втирать, как вот в тени делать, вот в нужные места высветлять, и немножечко можно класть на губы. И что мне нравится, нет запахов, никаких ароматов вообще нет от косметики, то есть никаких отдушек, ничего такого неприятного или слишком сладкого, приторного, ничего, то есть абсолютно нейтрально. Вот такая серия Enigma. Как мне дочка сказала: мама, мне так нравится упаковка, она такая стильная, такая четкая. Ну да, что есть, то есть. Косметика, конечно, не дешевая, но косметика классная, очень-очень крутая. И аромат. Я его, конечно же, сразу продегустировала, как только коробочку мне принес курьер. Что я хочу сказать? У меня из этой серии, серия Fluides, чтобы научиться выговаривать все это правильно, здесь 6 ароматов. Это новая серия, она появилась у нас как раз зимой. Я уже взяла первый аромат Touch Me. Он такой, как миндальная ликерная вишня. Вот что-то такое сладкое, страстное, тягучее. Такое гурманское. Просто, вот знаете, я от этого аромата не могу просто отойти. У меня уже, кстати, там достаточно много использовала, потому что я им пользовалась каждый день, когда я его только получила. Вернее, я его купила прямо в Москве, в Цоке, когда была. И также я запала вот на этот аромат. Остальные пока вот как бы такого яркого впечатления не произвели. Там есть Pretty, Magic, наверное. И еще два, не помню название. Но вот этот So Good, это что-то с чем-то. И я понимаю, что этот аромат идеально для меня на лето. Потому что он с такими зелеными нотами, он вдохновляющий. Он не приторный, он более легкий, воздушный. И я когда его сегодня нанесла, то реально вот просто кайфовала. Я просто сидела, нюхала, вдыхала. И что мне понравилось, я его очень долго от себя чувствовала. По стойкости наверняка, да, многие скажут, стойкий или нет. Написано, что 6 часов стойкости. Но вы же понимаете, что от каждого человека один человек будет долго, да, от себя чувствовать этот аромат, и ему будут говорить долго, а у другого нет. Это зависит от температуры еще тела, от общего, да, какого-то своего аромата. Ароматы переплетаются, наше тело, аромат. Поэтому я не могу сказать, сколько будет точно, потому что у кого-то и 8 часов держится. Поэтому ароматы, конечно, классные. И, по-моему, здесь большой объем. Я прям держу так, да, 90 миллилитров, вы знаете.
Объем приличный. Стоимость этого аромата 4600 рублей. Вроде бы так. Рекомендую пробовать. И еще хорошая новость. Сказали, что где-то в сентябре, ну, в начале осени появятся пробники, то есть маленькие тестеры, чтобы можно было аромат попробовать, прежде чем заказать, потому что сейчас пробников нет. Но так как у нас в городе есть ЦОК, я ходила и дегустировала, то есть я настригла этих бумажечек, я все ароматы набрызгала, я выбирала, домой с собой взяла, все там подписала. И, конечно, я выбрала еще два аромата, которые уже в пути. Так, далее. Я заказала себе крем для лица с SPF 15. Слушайте, все запечатано, а я не взяла, чем открывать. Здесь пленочка, вот, получилось открыть. Я заказала себе два, кстати, крема дневных, именно с SPF 15. То есть здесь все так запечатано хорошо. Я не смогла выбрать. Я взяла один маленький, то есть мне понравилось, думаю, классно, что здесь всего 30 миллилитров. Я его быстро попробую, если даже он мне не очень понравится, то это немного. Для меня 30 миллилитров это реально, ну, на полтора месяца максимум, потому что я много крема использую. Но что я заметила, я уже пробовала крем Бионетика и крем Эксперальта интеллектуальный. У них такой маленький расход, чему я была очень удивлена. Потому что я первый раз, когда попробовала как раз интеллектуальный крем, я его взяла, как обычно я беру крем. Оказалось, очень много. Слишком много. И в следующий раз я брала уже, сначала прям капельку. Он так хорошо разносится по всему лицу. У него такая интересная консистенция, что он просто вот как бы сам растекается по коже. Я его не чувствую, он быстро уходит. Сначала было такое ощущение, что крем жирноватый, но потом как бы все стало хорошо. Так, а как им пользоваться? Ой, смотрите, лайфхак. То есть мы берем так, поворачиваем, и выходит друг дозатор. Сейчас попробуем крем. Так, сейчас чуть-чуть выдулю. Густой, густой, интересно, как он. У него тоже состав такой классный, сейчас скажу. Если тут состав где-то на русском языке, чтобы вам... Да, но тут для меня мелковато. Так, крем с высококонцентрированным комплексом пре- и пробиотиков. Вот что меня подкупило, потому что для кожи очень полезно пре- и пробиотики. Они поддерживают баланс полезных бактерий на коже, защищая ее от воздействия внешних агрессивных факторов. Комплекс Биомиль укрепляет и восполняет естественный микробиом, имитируя компоненты, поддерживающие гидролипидную мантию, помогает отражать так называемых хулиганов биома. Так написано, интересно. Свободные радикалы и стресс-факторы и так далее. То есть здесь очень-очень много-много состав. Вы знаете, что мне нравится? Можно зайти на сайт и посмотреть весь состав на русском языке. И прям вот впечатляет. Там же, конечно, и все сертификаты. Такой легкий, но в то же время, да, плотненький крем, но легкий. И что мне понравилось, здесь есть SPF 15. Не все дневные кремы содержат SPF 15 в Siberian Wellness. А вот в этих двух, которые я заказала, и они сейчас как раз со скидкой 50%, думаю, надо пробовать. Один вышел 600 с чем-то рублей, а второй 900 с чем-то. Но тот 50 миллилитров, он у меня еще в пути. То есть вот я нанесла уже... Все, липкости нету. Кстати, он очень легкий. И сразу ощущение увлажненности. Знаете, как надо сравнивать? На одну руку нанести, пусть он впитывается, и потом смотреть две руки, потому что одна рука все равно будет такая вот выдавать, да, что там дайте мне увлажнение, дайте мне попить. Буду тестировать, буду рассказывать. На самом деле... Хочется так рассказывать больше о продукции, как бы точечно брать, например, про ароматы, про уход. Но на это просто нет сейчас катастрофически времени. Что я еще заказала? Сейчас по акции идет два продукта. Выбрать можно будет из целого большого такого блока предложений. Два любых продукта с дополнительной скидкой, по-моему, 40%. Я взяла восстанавливающий бальзам гель. 100% натуральный состав. И этот... Бальзам можно использовать, когда ожоги какие-то, укусы, да, и так далее, и так далее. Сейчас мы посмотрим, что здесь.
Эффективный природный комплекс на основе сибирской живицы, пчелиной пыльцы и маточного молочка, экстрактов розмарина, амаранта, а также эфирных масел эвкалипта, пихты, туи, лаванды успокоит, способствует восстановлению поврежденной кожи после солнца, ветра, мороза и укусов насекомых. Ну давайте его подегустируем. Смотрите, все тоже запечатано пленочкой, то есть я вот так просто крышечку не могу открыть, мне нужно будет сорвать вот так вот защитную пленку. Слушайте, он такой малыш, 30 миллилитров, но надо будет брать с собой. Кстати, я же в Узбекистан собираюсь ехать, а там, представляете, будет жара 40 градусов в тени в конце мая. И, соответственно, представьте, какое солнце. Я уже взяла себе солнцезащитный крем. Слушайте, о, как пахнет! Ой, как мне нравятся все бальзамы. Вот сочетание трав разнообразных. У меня слюноотделение пошло. Это настолько вкусно все пахнет. Если вы не пробовали, например, бальзам корень, то вы очень много потеряли. Потому что, кстати, даже маску делала с этим бальзамом. Девчонки научили. Слушайте, какие волосы после этой маски. Классные прям. Слушайте. Ну вот он гель. Я много выдавила, правда. Его так много не надо. Настолько большое покрытие вот этой капелькой. Пахнет вкусно. И знаете, еще есть... какой-то вот ментоловый немножко. Ой, очень вкусно пахнет. Надеюсь, что он будет такой же вот эффективный, восстанавливающий, как и обещают. Так, часть защиты печени номер 6. Вот знаете, никогда не думала, что настолько, да, можно заботиться о своем организме просто благодаря вот чаям. Попил чаечек, уже благоприятное воздействие. Попил другое, еще лучше. Я ощутила эффект от чаев первый раз, когда я попробовала чай природный антистресс. Это было так. Я сидела на этом же месте за барной стойкой. Мы вечером с Мишей пили чай. Я взяла, заварила именно этот пакетик антистресс. Мы пьем, а я так устала. У меня какая-то уже, знаете, все, я прям падаю, думаю, быстрее бы уснуть. И я буквально... вот так вот начала склонять голову первый раз в жизни, что я чуть не уснула за барной стойкой, представляете? Он настолько меня расслабил, я как облачко просто растворилась. И тогда я поняла, классные чаи, но на самом деле мой любимый — женская гармония. Он такой ароматный, у него такие вкусные травки в сочетании. Вот здесь, в чай защиты печени, у нас идут столбики, смешно даже читать, столбики с рыльцами кукурузы. Представляете? Цветки пижмы, зверобой, мята перечная, трава ромашки, плоды шиповника, трава горца птичьего спорыша. В скобочках. Вот. Чаи рекомендую. В каждой коробочке здесь 30 пакетиков. Надо показать. То есть вот здесь вот внутри обычный фильтр пакетики, без всяких там веревочек, ниточек, просто... просто завариваете, даете настояться минут 15 и пьете этот вкусный травяной напиток. Я так думаю, что мы скоро совсем откажемся от заварки обычной и будем пить уже такие чаи. И тут у меня последние в этой коробочке 3 зубные пасты. Почему 3? Сейчас расскажу. Сибирский прополис. Кстати, процент натуральности 98,7%. Я уже ранее пробовала такую пасту. Она, знаете, такая специфическая. У нее цвет такой, как коричнево, какой вот коричневатый какой-то, желтоватый. Даже не знаю, как щетку портит. Щетка зубная выглядит так не очень красиво. Но он хорошо ухаживает за деснами. То есть здесь у нас в составе пчелиный прополис, антибактериальный противовоспалительный эффект, уменьшает кровоточивость и отечность десен и быстрое заживление повреждений слизистой оболочки полости рта. Экстракты масла эндемичных сибирских растений, неприятные запахи, да, и так далее, освежает дыхание. И экстракты бадана и шалфея, профилактика кариеса, эффективно очищает зубную эмаль. Очень большой тюбик. Я когда брала, это была моя первая покупка в Siberian Wellness еще давным-давно. Я попробовала сначала, так прикольно, но поднадоело, потому что у нее специфический такой аромат, вкус. И я понимаю только одно,
что паст нужно несколько, чтобы они не надоедали, их нужно чередовать. У меня как раз закончилось две пасты, одна профилактическая и одна морской кальций для укрепления эмали. И сейчас я открою как раз вот сибирский прополис. Видите, она даже такой цвет у нее какой-то желтовато-коричневатый, зеленоватый. Ай, ну пахнет, конечно, вкусно. Паста необыкновенная. То, что у них такой состав крутой, это тоже очень впечатляет. И одна паста, как-то странно, я ее не заметила. Я все перепробовала. Я уже заказала землянику, лимонграсс, черника и древесный уголь. Профилактическая, облепиха, вот как раз морской кальций. А вот эту пасту я даже не заметила. Горная лаванда. Тоже 98,3% натуральные компоненты. Что она делает? Ну, тоже мощная защита от бактерий, успокаивает, противовоспалительное действие, тонизирует десны, 100% натуральный краситель, фиолетовая глина, экстракт алтайского гриба трутовика, лакированного, слушайте, ну это надо же, мощный антиоксидант, улучшает клеточное обновление, источник органического германия, бета-глюканов, обладает иммуностимулирующим и иммуномодулирующим свойством. Гель алоэ вера восстанавливает ткани, усиливает местный иммунитет. Слушайте, ну как не попробовать такую пасту? Прямо сегодня же ей буду чистить зубы. Ну не прямо сейчас с вами, но точно сегодня. Так, цвет. Да, слушайте, она цвета лаванды. Ну пока по аромату непонятно. У меня тут вот этот гель перебивает. Ну, буду пробовать и вам тоже рекомендую. Кстати, пасты очень большие, по 100 миллилитров, и их надолго хватает. Там буквально нужно прям небольшую горошину такую, да, на то, чтобы сделать себе чистые и классные зубы. Слушайте, ну тут целая коробка, не знаю, сколько мы будем с вами распаковку делать. IQ Box, я уже, кстати, пропила такой IQ Box для памяти, для улучшения состояние общего. Кто много сидит за компьютером, работает, вам IQ Box. Он, кстати, недорогой. Вот этот бокс на 30 дней стоит всего 1000 рублей. А там и омега, и как раз вот капсулка получается для мозга и так далее. Что я себе заказала? Это уже все пошли подарки. Все в подарок. Я взяла себе крем Бионетика. В прошлом месяце я заказывала сыворотку как раз из Бионетика. Я решила, что нужно взять и сыворотку, и крем, чтобы был полный комплекс. Конечно, отзывы почитала, это что-то нереальное. Тут и упаковка классная. Но пока открывать не буду, уж когда начну пользоваться, наверное, открою все сразу, и то, и другое. Но крем, конечно, необыкновенный. Ну, надо думать, да, что один вот такой крем стоит более 6000 рублей, но сейчас он по акции 4500. Так, далее. Антибактериальный крем для ног. Это дочка заказала. Кстати, себе такой уже взяла, попробовала. Ну, классный крем, тоже там состав очень хороший у него. Все травы, натуральные составы. Масло маноки, туи, чайное дерево, экстракт маклея оказывает антибактериальное действие. Зуд, жжение устраняют, неприятный запах и так далее. И потоотделение снижают и поддерживают свежесть. В общем-то, то, что надо прям на лето, антибактериальный классный крем. Потом я заказала вот такой крутой набор. Это Detox Pro. Я еще не пробовала, но кто уже попробовал из моей команды, девочки сказали, что это что-то с чем-то. Я просто сравниваю, как я делала длительную чистку, многоэтапную, более 2 месяцев. И я подумала, что мне тоже нужно Detox. Ну, я прямо сейчас его пить не буду, а выпью его чуть-чуть попозже. Наверное, когда вернусь из Узбекистана, и после этого сделаю еще такую Detox. И к нему в подарок, смотрите, что я... Или нет, подождите, или да. По-моему, к нему в подарок. Да, нет. О, подождите. Нет, это не в подарок. Это мы отдельно заказали маслица для губ. Дочка взяла себе вот такой ярко-красный, а я взяла вот такой медовый оттенок. Медовый, на губах он вообще прозрачный. То есть его практически и не видно. Просто такие вот губы становятся какие-то объемные, такие приятные, увлажненные, мягенькие. И медовый аромат прям от него я вчера уже попробовала. Прям
свежим, жиденьким медом. Вот первый мед, когда пчелки приносят, вот именно такой, очень классный. А второй, он прям дает такой красненький оттенок, тоже вчера получили коробку, сразу же все нюхали, пробовали, мазали, вот такой вот он. И вы знаете, вот красный, прозрачный красный цвет, представляете, это так красиво. Я, когда дочка накрасила губы, я такая повернулась, у меня, знаете, какая реакция была? Вау, как круто! Я даже позавидовала, думаю, почему я себе не взяла такой, ну ладно, пусть будет этот. Масло полезное очень для губ, действительно хорошо увлажняет, делает губы такие объемные, мягкие, ухоженные, прям ощущение очень приятное. И что мне понравилось, не было липкости, то есть я его нанесла масло, оно улеглось, и вот это, не было ощущения, что на губах что-то есть, то есть легкость, невесомость и классное ощущение. Так, поехали дальше. Для волос решили попробовать, хотя шампуни еще есть в запасах другие, но мы решили попробовать вот такие вот восстанавливающая серия шампунь для волос. Здесь нет каких-то, да, ненужных нам, так скажем, забыл название, представляете? Просто вылетело из головы. То есть здесь натуральный состав, безопасный для волос, запечатывает кутикулы, предотвращает потерю цвета, увеличивает стойкость, делает волосы послушными, придает здоровый блеск, то есть восстанавливает поврежденные волосы. Здесь у нас микропротеины пшеницы, комбинация липидов на основе масел пшеницы, камелии, экстракт от рубей, комплекс какой-то там растительный, эндемикс, экстракты саганда или элеутеракока, красной щетки, морального, короче, здесь такой состав на целый километр. И вот такие вот два кондиционера тоже из этой же серии, восстанавливающие. Будем пробовать, потому что хочется посмотреть, как будет работать эта серия на наших волосах. Я обязательно вам расскажу. Так, далее. Это Лера взяла в подарок своему молодому человеку. И все меня требушит. Мама, когда ты запишешь распаковку, мне нужно уже отдать. То есть здесь у нас получается шампунь для волос и тела 2 в одном. Бальзам, тоник после бритья. Давайте посмотрим, как он выглядит. Такая стильная упаковка. Вообще мне упаковка очень нравится у продукции. Она такая выдержанная, ничего лишнего. Вот бальзам, тоник после бритья. Тоже с натуральным составом, растительные комплексы. Здорово. Ну, потом посмотрим его отзыв. И вот такая банка гигантская. Здесь мегавитамины, 120 таблеток. Это из спортивной линейки, а он как раз спортсмен. Я думаю, что скоро будет отзыв. Посмотрим, какие будут ощущения. Ну, тоже буду делиться. Если смотрите меня постоянно, то знаете, что я всегда рассказываю именно уже какие-то такие проверенные. Попробовали, проверили, понравилось, рассказали. Поехали дальше. Очередная пачка для мамы Pulsebox. Мама сказала: доченька, как же это круто. У нее очень высокое давление, то есть бывает, что верхняя граница 230, даже 240. Я когда это людям говорю, все говорят, да такого быть не может, ее уже должны были на скорой увезти. Но вы знаете, наверное, это ее какая-то привычка, что, ну, как-то, да, повысилась, она таблетки выпила, лежит, приходит в себя, опять же, встает и дальше что-то делает. Я ни разу не видела маму, чтобы она прям в лёжку лежала. Ну да, ну как-то немножко голова там мутит. Но это очень высокое давление. Когда она начала пить Pulsebox, то сразу она заметила, уже через несколько дней, она сказала: слушай, себя так хорошо чувствую. Она все время меряет давление. Она говорит, не повышалась эти дни, все классно, как бы ровненько. И даже когда вот такие вот скачки, да, там магнитные бури какие-то, вроде, она говорит, у меня нормальное состояние. Поэтому она прям просит сама. Это будет уже ее третья коробка. Третья, представляете? Могу вам показать, что как внутри организовано, чтобы вы имели представление. Здесь 30 вот таких вот пакетиков. Тут омега какая-то, капсулка, не знаю, что здесь. И, как вот, знаете, экстракт. Экстракт тоже в капсуле запечатанный. Каждый день один пакетик выпиваете во время еды. Все БАДы пьются во время еды. И вот такое счастье. То есть для сердца полезно.
чтобы сосуды были чистые, то есть очищает сосуды, забота о сердце, давление нормализует. То есть он так и называется, пульсбокс. Я даже себе хочу. Вот правда, но у меня сейчас так много витаминов, я пью одно, и другое, и третье. Уже просто как бы у меня такая ладошка здоровья, вот такая с бугром получается. Так, что еще заказала? Вот он маяк. Еще два едут в дороге. Просто решила, что я хочу. В компании Siberian Wellness есть линейка ароматов. Линейка ароматов, смотрите, как запечатано, представляете, в домике прям. Линейка ароматов умных, да, это селективная аромамагия, и эти ароматы для того, чтобы притягивать деньги. Ну, знаете, некоторые люди там жабу покупают себе, да, статуэтку, там какие-то делают, не знаю, там вешают талисманы и так далее. То есть, а есть еще аромамагия, которая реально работает. У меня сейчас были из этой коллекции шестерка, это первый аромат, который, кстати, я тоже в подарок получала, и единичка. И сейчас у меня теперь полная коллекция 1, 6 и 9, то есть это магические цифры, финансовый код. И их можно друг с другом сочетать, то есть нанести один сверху другой. Ароматы, знаете, какие? Но они глубокие. То есть если сравнивать вот с ароматами, которыми я раньше пользовалась, то они такие вот были, ну, вкусненькие. То есть про них можно было сказать, он вкусный, он вдохновляет, он там вызывает радость, да, или я чувствую себя в нем какой-то там особенный, или этот меня расслабляет, этот дает мне энергию. Вы знаете, а вот эти ароматы, они реально такие, какая-то собранность появляется, сборка, особенно от шестерки, он там с цитрусовыми нотами, я его просто обожаю. Я не могу про них сказать, что они вкусные, нет. Но вот как отзыв написала одна девушка, что после этих ароматов, когда она поняла, как они работают, как они влияют, да, на нас, то есть мы вдыхаем, и как начинает работать вся наша внутренняя система, потому что мы же на ароматы реагируем. Наверняка вы знали, да, что мы на одного человека мы как реагируем? Он нас притягивает, мы там с ума от него сходим, да, просто это его аромат так влияет. А другого нас вот прям, да, как бы хочется убежать. И также ароматы влияют на нашу, как это сказать, целостность, настройку. И вот когда я шестерку использую всегда там перед планерочкой, знаешь, что у меня сегодня такой бизнесовый день, будут там много созвонов, или я чувствую, что я как-то вот прям вот выдохлась, я беру шестерку, делаю несколько вдохов, да, прям вот вдыхаю, именно осознанно дышу этим ароматом и вижу, как я перестраиваюсь. То есть это совершенно другая речь, другой разговор, выпрямляется спина, то есть идет такой движняк. То есть, ну, вот такие вот ароматы, очень, очень классные. А вот в этом аромате я чувствую вишенку. Вот что интересно, если в шестерке цитрусовые ноты, то здесь я чувствую вишню. Я, конечно, состав не помню, что там входит, но я думаю, вы все у меня уже грамотные и знаете, где найти ссылку, можно перейти на сайт, посмотреть состав, посмотреть что и как. Но вот дизайн меня прям восхищает, конечно, это очень красиво, такие коробочки, я их даже не могу выкинуть, потому что это классно выглядит. Так, ну что, теперь вкуснятину посмотрим. Целая коробка всяких вкусняшек, это все себе дочка заказала. Я говорю, один сертификат твой, один мой. Вот, это все ей, и она себе заказала попробовать такую-то певишку. Это детские витамины, но их также можно и взрослым кушать. Они просто вкусненькие. И они, кстати, классно налаживают микрофлору, иммунитет укрепляют. Ну, микрофлору кишечника, я имею в виду, минеральный обмен в костной ткани. То есть просто полезные и вкусные. Я такие-то певишки отвозила в Москву. У меня у брата два ребенка, мои племяшки, и я им подарила несколько там разных баночек, в том числе топ-вивишку. Я уехала, через несколько дней звонит брат и говорит, а что это такое вкусное, ты там оставил какие-то шарики, такие вкуснючие. Я говорю, это детям. Он говорит, вкусно, не могу, я все уже почти доедаю, давай еще. Мармелад, смотрите, здесь у нас получается три что ли вида, даже тропические фрукты. Тропические фрукты, потом малина и шиповник и черника. Вот я чернику еще не пробовала, одну пачку я себе заказала. И любимый мармелад у моей дочки это прополис. Так вот, черник.
Очень вкусно и полезно для глаз. Буду пробовать. Мармелад, я уже много раз говорила, что он без сахара, он полезный, и он весь разный. Есть для иммунитета, есть для зрения, есть релакс-мармелад, есть для красоты мармелад. С прополисом это полезный мармелад для полости рта. То есть это все равно как вот после еды, например, рассасываешь одну мармеладку, и вот все это так... Давайте прочитаю, язык заплетается уже. То есть защищает полость рта от развития вредных бактерий. То есть и еще снимает воспаление и ускоряет восстановление слизистой. А еще многие писали, у кого болело горло, да, как, ну, было что-то простудное, рассасывали мармелад, и прям вот смягчалось все. Ну понятно, здесь же прополис, а он полезный. Далее, это тоже заказала себе дочка, такой крем, бэби-крем. Она у меня любит все детское, не знаю, как его открыть, чтобы посмотреть, что внутри. Просто здесь пленочки, такие клейкие, не получится, наверное. Хорошо, что я не успела сделать красивый маникюр. Могу беспощадно... Ай, как же открыть? Так, ну все, простит меня моя дочь. Ох, как он тут засел. Вот такой с дозатором бэби-крем с маленькой такой совушкой красивой. И мне, конечно, нравится, что здесь есть дозатор. Объем 200 миллилитров, тоже натуральный состав. Так, подходит для чувствительной кожи. А как раз у меня у дочки чувствительная кожа, поэтому я частенько покупала такие вот детские продукты, ну, для деток, и ей они все очень хорошо подходят. Вообще хвалят очень детскую продукцию, особенно какое-то есть средство для купания малышей на ромашковой воде. То есть все прям в восторге, что там такая пеночка приятная, очень нежная, ласковая, и дети ее любят, и мамы, самое главное, тоже. Гель для рук антибактериальный. Мне кажется, сейчас это, как уже, да, все знают, актуально, особенно летом. Крем для рук просто ухаживающий, он идет обновляющий с кедровым маслом. Тоже дочка заказала. И еще она заказала кучу масок и крем. Это крем для проблемной кожи. Посмотрим, как он выглядит. Я уже немножко ускоряюсь. С биодоступной серой, пребиотиком и экстрактом магнолии. То есть такой тюбик. Здесь, наверное, да, 50 миллилитров. Ну, вот она попробует, расскажет, как ей. Я тоже, конечно, попробую, потому что я стараюсь все, что есть дома, все надо перепробовать. Так, маска для лица очищающая. Что у нас с этой маской? А, она будет, знаете, какая... темного цвета, но все запечатано, не буду открывать, пусть ребенок получит радость и удовольствие от первого контакта с продуктом. Она такая с темным, черненькая будет на лице. Сейчас скажу, что здесь активированный уголь, красная глина, сок алоэ, масло рисовых отрубей, гидролаты вербены, бессмертника, эфирные масла лаванды, лимона. Слушайте, эти составы можно читать до бесконечности, как это вкусно выглядит все, да, и хочется уже пробовать. Далее, еще одна маска для лица матирующая. Ну, я думаю, будет такой же тюбик, аккуратненький. А вот этот продукт я попросила ее заказать. Говорю, давай вместе попробуем, потому что отзывы, конечно, бесподобные. Это эксфолиант для очищения пор. Девчонки говорят, что ну, что-то нереальное происходит с кожей, поры очищаются, кожа выглядит ровной, чистой, поры стягиваются. Особенно, я думаю, обрадуются обладательницы жирной кожи, у кого-то зона ярко выражена. Так, убираю эту пленочку защитную. Даже на пленочках везде снежинки. И здесь вот такой уже большой тюбик, 100 миллилитров. Ой, а он не запечатанный, можно посмотреть. Ой, как пахнет, интересно. Выглядит это как, знаете, на мед похоже. По консистенции жиденький мед. Ну, попробуем. Прям завтра сделаю, очень интересно. А что здесь у нас в составе? Почему его так все любят и хвалят? Где бы увидеть состав? Так,
Что он делает? Обеспечивает многоступенчатое бережное очищение и качественный уход для любого типа кожи. Три вида активных гранул отшелушивают ороговевшие частички, полируют кожу, очищают поры и улучшают тканевое дыхание. Так что кожа будет дышать. Вот и все, представляете? Сколько всего классного! Хочется все перепробовать. Поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик внизу, чтобы получать уведомления о новых роликах. Обещаю в ближайшее время исправиться и записывать больше видео, больше показывать в действии продукции, особенно сейчас, когда появилось уже много продукции, есть что показать, уже есть свои отзывы, свои впечатления, результаты, поэтому будем делать классный контент. Я вам всем желаю здоровья, красоты, отличного настроения и до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.